Всем доброго утра! У нас уже 9 часов, почти даже 9.20, вот. Я сейчас буду готовить обед. У нас сегодня на обед индюшиные крылья индейки, в общем. Вот такие вот они огромные. Здесь само крыло и предплечье тоже. Здесь получается 3, то есть 6 кусочков. Я их на 2 поделила. Огромных, просто вот вообще огромных. Больше даже моей ладошки. Вот это вот крыло и вот это предплечье. Сейчас будем их запекать в духовке. Все как обычно. Чеснок, майонез, соль, перец. В общем, все как всегда. Так, буду сейчас варить гречку. Все опять согласились на гречку, так что сейчас буду готовить. Я, как всегда, в мультиварке. 2 мультистакана гречки и 3 мультистакана воды добавляю. Все на 25 минут включаю. Так, а вот и индейка, ставлю ее в духовку запекаться, не знаю на сколько, в общем, буду смотреть все по состоянию мяса. Что ты, со школы молоко? Да, сейчас есть. Да. Каждую неделю по 2 пачки дают. Антохе меряем температурку, да, сынок? Ты что-то температура поднялась. Да, все не очень ходил. Туда-туда, да. Григорий, присаживайся, кушай. Борщика давай. Борщ будешь? Да. Тошика, температурка померили, 38,6. Так что сейчас дали нурофенчик. Это очень много. Это много уже, конечно. Сейчас обед. Угу. Можно даже поспать, сыночек. Пойдешь поспишь с дедушкой? Ладно, а где дедушка? Пошел же на Афонину кроватку. Или ты тут? Вот череп посмотрю. Так, все, я везу Гришку в школу, загрузила Петрушечку. Завезу Степе домой. Все, мам, бай-бай. Бай-бай. Она спросит к нам. Кто дашь? Да ты ж болеешь, зайчик, не надо к нам. Будем. Да? Нет, ты же болеешь, ты выздоровеешь скоро, хорошо? Она целую неделю к нам не приходит. Да она уже целый месяц к нам не приходит. Ну, уроки, сына, уроки же. Так, я сейчас буду вязать, родители пока спят. Вот, я буду здесь сама. Пришел этот мальчик. Устал? Ой, Григорий, ноги мои. Ну как там? А что ты хотел? Опарыши? Ну, папе надо позвонить. Он же это... Ну, он же за Афоней. Ну, пока нет, а что? Ну, если надо, то потом съездим, когда довяжем. А там в коробочке что, уже нету? Сейчас жара, воды нету, мама. Все, родители уехали, я иду закрывать. Птичи, гуляйте, соседские собаки тут поприбегали. Я закрываю сразу ворота, несмотря на то, что они там, эта маленькая может пролезть, но хотя бы большие не будут к нам забегать, да? Собака. Собака. Такая прикольная собака. Так, нельзя, иди гуляй. Так, а я сейчас хочу собрать яблоки. Вчера забрала у родителей свою сушилку, и вот эти вот яблоки все зеленые, которые с дерева с вот этого вот падают, буду их сушить. Сейчас я соберу, перемою, буду резать. На самом деле хорошие, это семеринка, но они очень-очень кислые, то есть еще им не время, поэтому будем их в сушилку отправлять. Но висят они здесь, конечно, круто. Так, ну что, сушилочку я включила. Вот такая вот у нас сушилка. Яблоки, груши, 65-70 градусов. Я включаю всегда на 70. Из управления здесь только розетка, которую я включаю. И все, регулятор температуры на 70 градусов. Вот такая вот у нас сушилка Rotor Diva. Как раз ведро яблок на 5. Раз, два, три, четыре. 5. Да, на 5 поддончиков помещается. Вот так вот я их укладываю. Главное их потоньше порезать. Все. И это прямо аж на всю ночь. А потом буду менять
поддоны местами, то есть верхний поставлю на низ, нижний наверх, еще немножко досушиваю. То есть здесь уже по количеству яблок, смотрите, если они уложены вот так, как здесь, поплотнее, то будет немного дольше сушиться. Если поменьше, там в один слой прям, то побыстрее, естественно. Сейчас буду снимать постельное белье. Так, свет надо включить. И сегодня у меня был день, когда я перестирала все постельное, кроме Афониного. Афонина буквально пару дней назад меняла, поэтому сейчас буду все снимать и идти сразу же одевать. Я его не глажу. А нас уже 7:30. Афонька уже долго дома играет, да? Решил перекусить, ему что-то подушечки с молоком захотелось. Тебе дать полотенце? Держи. Ой, что-то тетя Вера мне звонит. Сейчас я узнаю, хорошо? Папа купил растишку. Это мне. Да. Мама, открой. Не открою. Чтобы Антошка быстрее выздоравливал, да, сынок? А мы сейчас будем смотреть мультик. Как называется? Моана. Моана, да. Но мы его не смотрели в кино. Был. Папа еще купил большого папу, я буду с вишней. Там еще есть черная смородина и... Афонечка, а что ты делаешь? Ремень вытягиваешь? Да. Ну давай вытягивай. Чтоб стирать? Да. Да, надо брюки постирать, да? Да. Ну тяни. Не за это, за другой конец тяни. Да. Так вверх. Вверх потеряли. Тяни вверх. Вот. Татуировки. Появляются сами. Тип заслуги. А, это. Ага. И в стирку папа на брюки отнесешь. А вот это повесь на место. Где там ремни? Да, где там ремни? Ну как вам мультик? Нам с папой понравился, папа, да, папа? Ой-е, ой-е! Посчитать карточки? Ну давай сейчас посчитаем. Иди, счетчик ты наш. А где мои шорты? Где там? Я не знаю. Достал тут. Мы будем. Григорий, куда ты шорты мои? 31 карточка у нас. 31. 31. Так, теперь самое сложное. Заправлять постель. Я воды. Давай. И отдыхать, хорошо? Ужас. Ужас. Идем целоваться. Кто будет целоваться? Ты. Я. И ты? Кто первый? А, первый. Ой, будь здоров. Ой, будь здоров. Что, горлышко болит? Что, всех уложила? Гришка вообще сразу заснул, я не успела даже ему постель заправить. Обычно он мне говорит, что мама у меня не застелена, ну, в смысле, постельным бельем. А тут он, наверное, так вымотался. У него сегодня был ответственный день по-английскому, после этой тройки. Мы все выучили, все почитали. Он получил за чтение 5, а 4 получил за то, как написал в тетради. Ну, в общем-то, это не критично, потому что еще как такового почерка ему, ну, преподаватель, насколько я вижу, не показывал. Поэтому, знаете, это такая 4, которая еще ни о чем не говорит. И вообще, мне кажется, оценки не всегда выражают, в принципе, знания. Вот. Для меня главное, чтобы Гриша понимал какие-то темы, а какие там оценки, это все и дело случая. И то есть не всегда отличники понимают все. Вот, так что вот так вот. Все, сейчас будем спать. Все уже спят. Сейчас я тоже пойду выставлю видео. Сегодня уже про наше путешествие в Абрау-Дюрсо, которое было просто супер-пупер. Честно, Абрау-Дюрсо — это такая моя маленькая мечта. Хотя мы на завод не попали. Я хотела бы попасть на завод, но мы решили, что не с таким количеством народа. Хотелось бы еще нам посетить Новороссийск и за эту поездку, но выехав в 10 часов и приехав туда только в
три, мне кажется, мы и так сделали программу «Максимум», и покупались, и посмотрели на этот достаточно знаменитый фонтан, который находится прямо в самом озере. Ну, в общем, супер, это путешествие такое однодневное, но эмоции так же, как от недели в Сочи, вот честно, когда вот бах, и поехали, это вообще супер. И сейчас специально пересматривала это видео, боже, и дети такие счастливые, говорят, вот, там мы купались, видели это озеро, правда, еще на лодках на нем не поплавали, поэтому еще столько всего хочется вернуться и сделать. Так что главное к этому стремиться. Вот так вот. Ведь я вообще. Так что будем стремиться ехать в Новороссийск, смотреть порт, ехать в Абрау-Дюрсо на завод. Ну, потому что решили, что это все можно сделать вне сезона. То есть сейчас 4-й месяц лета, вернее 3-й, потому что 1-й. Был похож на такую весну или осень, очень дождливый был. А сейчас как раз 3-й месяц лета, все как положено. Жара 36, в школе даже сокращенные уроки из-за этого по полчаса. Вот и Гриша, получается, вот 4 урока на час раньше. Там, учитывая большие перемены, и все, вот на час раньше он приходит. В общем, ладно, все, пошла спать. Увидимся с вами завтра.